Вы знаете, за 70 лет изгнания в Вавилоне Израиль забыл пути Божьи. И когда Эзра стоял с утра и до полудня и читал закон Божий, народ каялся и плакал. Мы 70 лет уже видим явление Божьего чуда, Божьей благодати на нашу страну, на наш народ. И мы сегодня, я не призываю вас к покаянию, то, что вы забыли Господа Бога, мы все носим Господа Бога в нашем сердце, и слова Его, закона, Его Торы написаны на наших сдержалях нашего сердца. Я сегодня призываю вас просто прислушаться к тому, что Господь говорит нам. И когда Господь рассказывал нам через Моисея о праздниках, Он говорил, вот праздники чьи? Мои. Он говорил, это праздники мои. То есть это не просто какие-то дни календаря, которые мы должны отмечать, а это праздники, которые мы празднуем вместе с Господом. Он пригласил нас сегодня в свой дом для того, чтобы мы вместе с Ним отпраздновали Его праздник. И об этом мы сегодня коротко поговорим. Сегодня 14-е Нисана. Это первый месяц в году еврейского календаря 5778 года от сотворения Адама. И мы празднуем с вами день исхода евреев из Египта. Очень много праздников на самом деле приурочены просто каким-то событиям, но именно Песах приурочен к тому, что нас выводили из дома рабства. После 400-летнего пребывания евреев в доме рабства и почти 40-летнего рабства, тяжелого, да, то есть не все 400 лет евреи были в рабстве, 40 лет они были в рабстве, и это рабство было очень тяжелое, настолько тяжелое, что Господь говорит, что вопль их дошел до слуха моего. И поэтому он пришел к Моисею для того, чтобы сказать ему, пойди и выведи народ мой из дома рабства. И еще ничего не происходило, но прямо с первых дней описания Песаха в Писании мы говорим, что это праздник не только выхода евреев из Египта, это праздник послушания. Это праздник, когда Бог из среды куста, который горел и не сгорал, говорил к Моисею, «Иди и выведи народ мой», а Моисей начал сомневаться. Он говорит, «Слушай, может, это не я, может, ты ошибся, может, я вообще, Знаете, как мы, иногда Господь приходит, говорит, а мы ему, «Отойди от меня». Бывает такое? Он говорит, Бог говорит, «Это праздник послушания». Потому что, во-первых, Моисей должен был послушаться. Но насколько наш Бог милостивый, вот представьте себе, он приходит к Моисею, Моисей знает, что должен прийти Бог и вызволить народ из царства Израиля. Он говорит, я плохо разговариваю, я косноязычный, заикаюсь, и вообще послушают ли меня, тем более, что я до этого там рос в доме фараона, я вообще там был премьер-министром всего Египта, и я не знаю вообще, послушает меня народ мой или не послушает. И он говорит, если тебя не послушают, послушают брата твоего Аарона, ты будешь говорить его устами. Бог показал свое терпение к Моисею и к его бунту против воли Божьей. Второе послушание, которое мы видим в этой книге, это то, что народ должен был исполнять какие-то указания, причем совершенно нелогичные. Но зачем, скажите мне, нужно было за некоторое время до исхода из Египта брать ягненка или козленка, держать его у себя. Кстати, не написано, что его нужно было кормить. Обратите внимание. Не написано. Но нужно было его держать у себя. Написано, храните его у себя. А потом нужно было... Вот представьте себе, мы когда сегодня приходим домой после рабочего дня, у нас труд, конечно, не рабский, мы каждый день на работу как на праздник ходим, но представьте себе, вы приходите сегодня вечером с работы. Пятница. Вам хочется одеться во что-то домашнее, да? Одеться так посвободнее, может быть, даже лежа как-то, да? Так вот, может быть, даже просто, чтобы еще и ложка сама там зачерпывала, знаете, из тарелки, и чтобы ко рту подносила, да, еще скатерть-самобранка, чтобы не накрывать ничего, представляете? А здесь нужно было быстро этого ягненка, агнца этого, заколоть, быстро приготовить на огне. Пока он готовится на огне, причем не печеного написано, не вареного, а приготовленного на огне. Пока он готовится на огне, нужно было быстро одеться, припоясать себя поясом, взять посох в руки. Вы когда-нибудь кушали с палкой в руках?
Нет? Попробуйте. Вот Богдан, говорит, постоянно с палкой в руках кушает. Отбивается от родственников, наверное, да? От соседей, опять же, да? С посохом, говорит, да? Причем посох должен быть в руках, и мы еще должны так как-то лежать, так облокотившись, значит, на правое плечо, с обувью на ногах. Мы уже после рабочего дня, ну, скорее бы уже снять эти туфли уже, все. А тут с обувью на ногах. Причем нужно кушать его ночью, до утра, не оставляя от него ничего. Да, написано, голову кушайте, внутренности кушайте, ноги, руки и все, что у него есть. И если, говорит, что останется, говорит, тогда, говорит, сожгите на огне. Как сожгите на огне? А с собой? А take away? Нет, говорит, сожгите на огне. Еще, говорит, если, говорит, вам много одного агнца на семью, пригласите еще кого-нибудь. Это он с евреями разговаривает, на секундочку. Мало того, что вы должны это сделать, вы должны еще предварительно слить кровь этого агнца, взять травку. Травка изов или исоп, как она называется в Библии, вот такого размера кустик. Чтобы его сорвать, нужно сильно наклониться и много раз, потому что это одиночное растение. Нужно понарывать эту самую травку, да, связать из нее пучок вот такой длины. Вот такой, да? Связать из нее пучок, потом вот этой кровью помазать косяки и перекладины. Ну, так написано. Помазать косяки и перекладины. А потом нужно было... А, и причем он говорит, а я, говорит, в ту ночь пойду, говорит, поражать землю египетскую, всех первенцев от фараона до раба, у всех, говорит, будет первенец погибнет. А ваше дело, те, которые помажут, говорит, этим, ну, кровью, закрыться, говорит, дома и не выходить. Это он опять же с евреями разговаривает, чтобы вы поняли. У нас же как же, если же вот написано из дома не выходить, надо посмотреть, это говорит, почему не выходи? Да? Я вот просто по долгу службы своей сталкивался с тем, что это самое. Что такое? Что такое? А, мешает кому-то мой ремень? Ну, бывает. Я похудел на 80 килограмм, поэтому с меня иногда ремень отстегивается, ну, простите. Меня сейчас, между прочим, на весь мир показывают вон там. Я тут ремень поправляю, ну ладно. По долгу службы своей сталкивался, объявляем, значит, внимание, опасный предмет, сейчас будет работать сапер, пожалуйста, не подходите к окнам. 6 секунд все в окна, рык туда. Это евреи. Это чтобы вы, подождите, мы еще не начали исход, а у него уже такая головная боль. Короче говоря, очень много нужно было сделать вещей непонятных для нас. И мы говорим, у нас Бог нелогичный. Ну, понятно, что нелогичный. Если бы у нас Бог был логичный, евреи бы все давно уже предусмотрели. Кстати, Иона, знаете такого пророка, да? Он думал, что у него Бог логичный. И он все предусмотрел, а Бог по-другому все сделал. Евреи тогда еще нехорошо Бога знали. Так вот, они как раз должны были исполнить этот праздник послушания. Они должны были идти, двигаться в послушании на протяжении всего этого времени. И как бы и Моисей знал, с кем он имеет дело, да, он говорит, вот я сейчас приду, я таки приду, он говорит, и я таки им скажу, послушайте меня, мы сейчас будем собираться кушать с вами козленка и уходить. Они меня спросят, а ты откуда это взял, да, где написано? А я им скажу, что Бог пришел, они спрашивают, какой такой Бог? Бог ему говорит, скажи, я тот самый Бог, о котором говорил Иосиф. Я тот самый. Он не придумал ничего, он говорит, я тот самый. И тогда Моисей говорит, ну ладно, я попробую. Он пошел, рассказал Аарону, Аарон поверил. Они рассказали евреям, евреи не поверили. Он говорит, теперь пойди фараону расскажи. А фараон-то Иосифа не знал. А Иосиф, видимо, забыл сказать, что ты тоже передавай там типа по наследству, что наш-то Бог придет нас забрать. Приходит к фараону и говорит, давай-ка отпусти-ка мой народ, мы пойдем Богу поклонимся и вернемся. Фараон говорит, ага. Я, говорит, вас, евреев, знаю. Вы же уйдете и не вернетесь. Вы же уже так выходили из стран своего исхода. Кто из вас вернулся? Фараон был тогда тоже умный. Он говорит, вы же уйдете и не вернетесь. И говорит, не отпущу. Тогда одна казнь, вторая казнь. Кстати, сколько казней египетских было?
Я сейчас задам в свое время вопрос. Уверены? Их было 11. Последняя казнь была, когда вся армия фараона вошла в открытое Черное море, и они были погребены там все за свое неверие. И израильтяне это видели. Все эти казни над египетскими божествами, над всем, что египтяне верили во все, что шевелится, и все, что не шевелится, чтобы вы поняли. И Бог всего показал им, что Он Бог всего. Сегодня теологи рассказывают всякие теории про то, что, ну, там написано, что и вся вода в Египте превратилась в кровь, да? Они говорят, ну да, есть такие красные водоросли, которые при определенных погодных условиях начинают размножаться, и вся кровь становится красной, вся вода становится красного цвета. Что это было? Ага. Ну, простите, там написано, вся вода в Египте превратилась в кровь. Вы видели на столе у фараона воду с водорослями? И я нет. То есть и та вода, которая была у них в стаканах, и та, которая была у них в родниках, вся вода превратилась в кровь. И там написано, что мухи были, и смерть, и саранча, и жабы, и все. Египтяне все это видели. Кстати, все, что там перечисляется, это все были их божества. А? Да, это все были их божества. И Бог поразил их. И его там всякие волхвы пытались что-то изобразить, но Богу надоело, тогда он сказал посоху Аарона, сказал, скушай их. Фас. Да? И нету больше посохов ни одного у волхвов. А все, без палки ты уже все. Уже никто, уже не волхв. Короче говоря, фараон не поверил, а евреи начали верить. Кстати, евреи верили очень долго. Помните, когда мы читаем Новый Завет, они ходили за Иисусом, и там каждые примерно две страницы написано, и уверовали. И уверовали. И уверовали. Здесь то же самое. 10 казней и уверовали. А вот после 11 не уверовали. Море закрылось, они сразу так. Мы, значит, в Египте на кастрюле с мясом сидели. А тут нам даже перекусить нечем, кроме вот этого вот несметного количества золота и серебра, которое мы вынесли, и несквашенного хлеба. То есть, понимаете, да? Бог знал, с кем он имеет дело. Но мне, вот знаете, Бог, который бы, знаете, так хладнокровно бы говорил, ну хорошо, дадим им вот это, а потом вот это. Мне такой Бог не нравится. Мне нравится Бог, который создал меня по образу и подобию. Это я сейчас себе просто оправдание ищу. Я по образу и подобию Бога создан. На меня возмущаются? А я, значит, ответ, ах, возмущаетесь, значит, так вот эти перепелки из ноздри у вас полезут теперь. Но мы же так хотим иногда. Ну, по справедливости. Ну, чтобы не возмущались. Бывает же такое. Это праздник послушания. Я еще раз вам говорю, что Бог попросил пока еще от евреев, чтобы они послушались, чего Он говорит. Они не послушались, чего Он говорит. Но давайте теперь перейдем к тому, что за пророческое значение этого исхода было. Вот почему нужно было ягненка этого или козленка съесть полностью, как вы думаете? Почему именно подчеркнуто, ешьте от него полностью? Как вы думаете? Я думаю, что это пророческое знамение того, что мы должны принимать волю Божью полностью. Не знаете, это не шведский стол подошел, выбрал, что захотел. Это фиксированное блюдо. Или ешь, или до свидания. Ну, я так понимаю, по крайней мере. Потому что, видимо, если Бог сказал, ешьте от него полностью, то раньше ели не полностью. Что-то там копошились, ковырялись, это мы будем, это мы не будем, это нам не кошерно. Во-всякому же бывает. Причем евреи, они же, если не кошерно, то только потому, что им невкусно. Если что вкусно, так и не кошерно, они так его съедят. Это как с теми деньгами. Да? Говорит, я иду, говорит, везде шаббат, а у меня только четверг. Фактически то, что евреи сделали там в ту ночь, когда они съели этого агнца полностью, они совершили то, чего сегодня будем совершать мы. Они совершили первое причастие. Они причастились к воле Божьей. И вы знаете, что еще примечательно? Бог ведь не заглядывал посмотреть, полностью они едят этого ягненка или нет. Написано, когда Бог пошел поражать Египет, написано, все, у кого была кровь на косяках и на перекладинах дверей, кстати, на иврите они называются мезузот, если кто не знает. То есть мезуза – это не то, что целуют евреи при входе в каждое помещение, а всего-навсего косяк дверей. Так вот, те, у кого были кровь
на косяках дверей написано, и те, кто дверь не открывал, не проверял, прошел там ангел смерти или не прошел еще. Они остались живы, он спас их от смерти. Как вы думаете? Я уверен в том, что в те времена не было ни WhatsApp, ни Telegram, ни мессенджеров, даже телефона не было. И когда Моисей пришел передавать волю Божью на эту тему еврейскому народу, он не говорил так, подошел, слышь, ты передай там своим потихонечку. Он вышел на площадь и сказал, значит так, сегодня ночью будет вот так, вот так и вот так. А египтяне, они же уже 10 казней-то видели, они так раз уши свои из окон. И мы знаем, читаем в Библии, что вместе с евреями вышла еще и египтян целая куча. Не тех, у которых дети погибли в эту ночь, первенцы, а те, которые сделали то же самое, что сделали египтяне. И это было первое пророчество о том, что кровь Иисуса спасает от смерти не только богоизбранный народ, а любого, кто примет этот завет на себя. Любого, кто помажет кровью тогда Агнца, а сегодня кровью Иисуса, косяки дверей своего сердца, Бог спасает. И это было пророческое действие, которое было сделано тогда. И вы знаете, очень символично, я очень ограничен временем, я бы раскрыл вам часов на 5 эту тему еще. Вы меня же знаете, я же могу. Очень символично, что Иисус, очень многие спорят, когда Он родился, на Песах, на Суккот, на Хануку, на что Он там родился, не знаю. Богу, видимо, не нужно, чтобы мы знали, когда Он родился. Богу важно, чтобы мы знали, когда Он умер. В чем наше спасение? В рождении или в смерти? В смерти. Для того, чтобы мы, чтобы ангел смерти или поражающий за все грехи прошел мимо Пасах, Алейну, нам нужно, чтобы была смерть непорочного Агнца в день, когда это запланировал Господь. Он, чтобы мы вышли из рабства, из этого дома рабства греха, Он должен был умереть за нас именно в Песах. И обратите внимание, почему Он говорит, я хочу есть эту Пасху с вами заранее. А потом, чуть позже, Он говорит, и больше не буду есть эту Пасху, пока не свершится она в Царстве Небесном. Потому что Он хотел, чтобы, не до Него хотел, это Отец Его хотел, наш Отец Небесный, Он хотел, чтобы Иисус ел Пасху заранее, а принесен был, как Пасха, в день Песоха. Это было ровно 2000 лет назад, по Григорианскому календарю, в этот день. Сегодня он уже погребен. Уже 3,5 часа как? Погребен. И на третий день он воскреснет. Но он должен был умереть в Пасху, в эре в Песах. И поэтому Пасху он ел заранее со своими учениками. Потому что он ел ее вчера, в четверг. И нас спрашивают, а вечерю надо с мацой принимать или можно все-таки с квасным хлебом? Значит, можно с квасным хлебом, потому что заранее, до Песоха это было. Можно. Грех не к смерти. Можно молиться. Шучу. То вы так сидите такие, напряглись. Кушать дадут, не волнуйтесь. У нас же как все праздники в Израиле сводятся к чему? Их было много, нас было мало, они хотели нас погубить, но Бог вмешался. И вот мы живы, а их нет, давайте сядем и поедим. Все. Не надо много о праздниках Господних знать на самом деле. Так вот, возвращаясь к тому, что было в день Песоха. Один человек, я вам завтра буду, вот те, кто едет завтра с нами на экскурсию в Иерусалим, завтра вообще вся экскурсия будет посвящена Песоху, вся-вся-вся. Мы не пройдем по Виа Долороса, но мы посмотрим те места, которые вели нас к этому закланному Агнцу, который умер за нас. И мы узнаем, увидим там прямо в Иерусалиме, почему наша Пасха Христос. Это не рекламная пауза, но те, кто еще не записались, подойдите ко мне после служения. Как покушаете, подойдите. Дайте мне тоже покушать просто. Так вот, один человек, находившийся тогда, слушайте внимательно, еще одно пророчество, находившийся тогда на служении первосвященник, Каяфа,
он был не еврей. Первосвященник в еврейском храме был не еврей. Он был идумей. А идумеи – это потомки кого? Исава. А Исава, Бог написано, что сделал? Возненавидел. И написано, что идумеи и моавитяне не могут войти в общество Господне даже в 10-м поколении. А он был первосвященником в храме, он входил в святая святых. И я думаю, что не просто так. Потому что он, будучи первосвященником, все-таки, наверное, Бога слышал. Ну, я так думаю. И смотрите, что он говорит. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете. И не подумайте, что, лучше бы нам, чтобы один человек умер за людей, нежели бы потом весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, и предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С того дня положили убить его». Он понимал, кто перед ним стоит. Ему нужны были доказательства. Он сомневался, и он спрашивал: «Не ты ли Сын Божий?» Иисус ему говорит: «Ты говоришь?» Он понимал, кто перед ним стоит. Он понимал всю ответственность. Сегодня говорят: «Нет, евреи не убивали Христа». Нет, конечно, убивали. Они должны, и только они должны были убить Иисуса. Больше никто. Если бы его убили римляне, то пиши пропало, все на смарку. Его должны были убить евреи. Они должны были принести в Песах эту жертву совершенно. Именно в том порядке, в котором она была принесена. И сегодня верующие в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя, знают, что кровь Иисуса омывает нас от греха и выводит нас из дома рабства греха в свободу в Иисусе Христе. Потому что эта Пасха свершилась за нас, и именно поэтому Павел пишет: «Наша Пасха – Христос». И мы сегодня получаем дар вечной жизни Его воскресением, да и аминь, но больше меня интересует, как я спасаюсь от гнева Божьего. И от гнева Божьего я спасаюсь только одним единственным способом – принимая на себя жертву милостивления, которую принес Иисус, и больше жертв не нужно. Вы знаете, даже в иудейской традиции, у нас здесь нету мацы целой, но должна лежать маца из трех слоев: священники, левиты и народ Израиля. Но средняя вот эта вот маца, она делится на две части, большую и маленькую. Большая называется афикоман. Никто не знает, что такое афикоман на самом деле. Это слово греческое, мы не знаем, как оно на самом деле переводится. Но есть такое предположение, что это пророчество о Мессии. На самом деле, Седер Песах появился не когда Иисус был распят. И даже не до этого. Седер Песах появился... Да-да, о, классно. Седер Песах появился только в 1350 году нашей эры в Польше. Потом перешел уже на сефардские народы и так далее. По идее, на... Ну, только один, да? Ну, ладно, неважно. Кладется, знаете, три листа мацы, средний из них вынимается, ломается и прячется. Прячется. Для того, чтобы дети искали мацу. Дети искали мацу. Это иудейская традиция, на секундочку. А кто у нас написано? Должен умолиться, как кто мы должны? Как дети. Да? Мы должны мыслить, как дети, хотеть всего, как дети, доверять всему, как дети. Вы знаете, когда в послании к Коринфянам написано, что любовь всему верит, это про детей написано. Мы должны быть, как дети в Царстве Божьем. И сегодня, когда мы получаем дар вечной жизни, мы должны помнить, что прежде чем начать жить вечно, мы должны покаяться в своих грехах. И мы не можем, не покаявшись в своих грехах, жить вечно. Потому что Бог-то может прийти туда, где находится грех, а вот грех туда, где находится Бог, прийти не может. Эта земля, ей подписан приговор, вы все знаете какой. Какой?
сжечь. Сжечь. Все. Ничего не останется здесь. Камни на камни, песчинки на песчинки. Ничего не останется. Ни земли, ни неба не будет. Бог подписал приговор. И Он сегодня людям говорит: покайтесь. Придите ко Мне. Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам. Я уже все сделал. Я уже отдал Сына Своего Единородного, когда вы были еще грешниками, чтобы искупить ваши грехи кровью. Помажьте этой кровью косяки дверей сердца своего. И Я пройду мимо в день, когда буду вершить суд. Покайтесь. Люди говорят: ну, будет еще время. Ну, подумаешь, там, Господь же не скоро придет. У вас, кстати, у верующих, да когда планы? До 2028 года? А, так еще есть время. Нормально. Писание говорит: есть его надо с поспешностью. С поспешностью. Потому что если мы начинаем тормозить, мы можем не успеть. А если мы не успеем, вы знаете, в день, когда все закончится, будет уже поздно бегать, говорить: ой, подождите, я не слышал, и что, погодите, сейчас я тут, дайте-ка мне тут рубашку догладить надо. Что там нужно было еще? Проект завершить или что еще нужно было сделать? Детей вырастить, выучить, потом о себе заботиться. Когда время? Мы по вере принимаем спасение, а вера – это только когда сейчас. Вера – это не завтра, завтра – это надежда. Вера – это когда сейчас. И если у нас нет веры в то, что мы сегодня спасаемся кровью Иисуса Христа, ну тогда я не знаю вообще, во что верить. Мы можем просыпаться утром, посмотреть на часы: о, уже другая дата, ну слава Богу, жив, их бы день простоять, до ночи продержаться. Но так же жить неинтересно. Интересно жить, когда тебе спокойно и хорошо. Бог-то говорит: делайте каждый день свою работу, а потом в покой Мой войдите. Он нас же хочет ввести в свой шаббат, в свой покой. А как мы можем быть, жить в покое, если мы постоянно беспокоимся? Придет Иисус, не придет Иисус, покаялся, не покаялся, не покаялся, не покаялся. И многие люди так живут, верующие, к сожалению. И у меня, к сожалению, нет времени читать всю пасхальную Агаду, да и мы вообще хотели, чтобы наш седер был человечным. Вы знаете, если вы когда-нибудь встречали Песах с религиозными семьями, то вы, наверное, знаете, что это издевательство, это пытка, это издевательство над личностью, которое должно быть запрещено законом. Потому что перед вами стоят, вот у вас сейчас мы просто сжалились над вами, и у вас стоят только то, что есть нельзя на Песах специально просто, ну, чтобы вы знали, что это есть нельзя. Да, свечки, да. Это не кошерно на Песах. А это когда вы сидите за столом, сидит вся семья, на столе стоит все, и оно все пахнет. И там мясо, и картошка, и рыба. Не, какая рыба на Песах? Гефильте фиш на Песах? Покайся. Гефильте фиш у нас не на Песах. Креветки на Песах. Как говорят индейцы Северной Америки, ой-вей. Четыре часа. Нужно слушать, как читают эту пасхальную Агаду, медленно, с выражением, и смотреть на еду. Мы пожалели. По благодати у вас еды на столе нет. И у меня нет 4 часа проповедовать пасхальную Агаду. Я хочу просто прочитать один короткий момент оттуда, и на этом мы помолимся и закончим. Это известное место в пасхальной Агаде, когда есть три сына, которые задают вопросы. Я скажу когда. Сиди, расслабься. Я скажу когда. Сядь вот так вот, облокотись, посох возьми и слушай. Первый сын – мудрый сын, который задает вопросы. Кстати, это опять же пророчество о том, что происходит в наших домах, в наших церквях. И он говорит так, как он выражает свой вопрос: что это за свидетельства и уставы, и законы, и заповеди, которые вам заповедовал Бог наш? Окей?
То есть мы, он хочет, чтобы мы объяснили ему, что он должен делать или почему. Он формулирует свой вопрос, исходя из того, что он часть того, что происходит, часть этого Божьего плана, и его Бог говорит каким-то непонятным языком. Он говорит, я хочу понять, что говорит мне Бог наш. Окей? Второй сын называется нечестивый. На иврите он называется Раша. И этот ребенок спрашивает следующее. Это как раз так в Библии написано. Написано, что означает эта служба у вас? То есть он не отождествляет себя с тем, что происходит. Он говорит, ваш Бог, ваша служба, ваша традиция, ваши законы. Фактически он абсолютно отделяет себя от того, что здесь происходит. И мы должны ему тоже объяснить, о чем идет речь. Принять или не принять – это уже его выбор. Так же, как было у Адама и у Евы. Но мы должны объяснить. Есть еще наивный. Такие тоже есть в нашей церкви. Ну, в вашей-то точно нет. А в некоторых бывают. И вот он говорит, как он выражает, что это, кто такой Господь, какой силой он вывел нас из земли египетской. И у наивного, вот, который неумный и неотступник, у него нет подготовленных вопросов. Он просто приходит и слушает. Он послушал что-то, ему открылось какое-то, он его задал. А так уж, чтобы прийти подготовленным сразу, либо я отождествляю, либо отождествляю, таких нету. Есть еще один, который не способен задавать вопросы. И таких большинство в наших домах и в наших церквях. Он просто приходит и смотрит, сидит с непонимающим взглядом. И он понимает, что если он сейчас что-то спросит, все про него подумают, ну откуда ты взялся такой тупенький? И этому ребенку и посвящен весь Седер Песах. Чтобы он, уйдя отсюда, понял, для чего все это произошло. И вы знаете, мы должны помнить, что египтяне, они обходились с нами там. Потому что Писание говорит, что мы каждый год должны вспоминать, что мы выходили из Египта. Они обходились с нами плохо. Они над нами издевались. Они нас унижали. Они плохо нам говорили. Они нас били. А вы знаете, наши грехи тоже плохо к нам относились. Они нас били. Они нас унижали. Они ничего хорошего. Они все у нас отбирали. И сегодня, когда мы выходим из Египта, как это делаем каждый раз, нам нужно вспоминать об этом. И вспоминать об этом нужно очень просто. Здесь так и написано, Исход 1 глава, 10 стих. Давайте, египтяне как говорили, давайте ухитримся против него, против израильского народа, да, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он с неприятелем нашим, будет воевать с нами и выйдет из этой земли. Почему Бог не хочет, дьявол не хочет, чтобы мы приходили к Богу на энкаунтер. Потому что, говорят, если... А Бог же для сатаны враг. Потому что если вдруг война начнется, а на энкаунтере происходит война. Война начнется, объединятся эти люди с Богом, и нам конец. И поэтому египтяне действовали точно так же тогда. И вот Бог своей сильной рукой выводит нас из Египта. Бог приводит нас к земле обетованной. И мы должны просто помнить о том, что мы вышли из земли египетской не потому, что мы такие умные, смелые и далеко идущие евреи. Мы вышли из земли египетской, потому что вопль нашей души, которую Бог уготовил для вечной жизни, дошел до слуха его. Наша плоть есть египетское рабство для души. И эта душа возопила к Богу так, что он пришел в один день и привел нас к Иисусу Христу. И сказал, посмотри на крест, который там был только что. И это твоя цель. Цель, вот он. Цель – это не то, куда мы идем. Цель – это то, на что мы смотрим. И наша Пасха Христос, закланный за нас, вот на этом кресте, на Голгофе, 2000 лет назад. А мы в кровью все, что было в нас плохое. И когда Бог будет умерщвлять вот эту плоть физически, смерть первая, смерть вторая к нам не относится, потому что на дверях нашего сердца кровь Иисуса Христа. И вы знаете, что происходит сегодня? Сегодня происходит день,
когда мы вспоминаем, как написано, в каждом поколении обязан человек смотреть на себя, будто он сам вышел из Египта, ибо сказано, и скажи сыну твоему в тот день так, это ради того, что сделал со мною Господь при выходе моем из Египта. Мы сегодня здесь находимся, потому что Бог вывел нас из Египта, из этого рабства греха, в которое мы пришли. И Павел пишет, наша Пасха Христос заклан за нас, потому что Его кровью мы омываемся. И сегодня мы с вами будем совершать причастие. Мы будем совершать причастие, принимая кровь Иисуса Христа и тело Иисуса Христа. Когда-то Бог сказал, причаститесь к моей воле, поедая ягненка полностью. Потом пришел Иисус и сказал, ешьте плоть мою и пейте кровь мою. И народ, как корова языком, вот так вот. А он говорит, вы должны это сделать, потому что те, кто примут это причастие, спасутся, а те, кто не примут, не спасутся. И он говорит, я приду на Божий жертвенник сам. Просто ешьте кровь мою, ешьте плоть мою и пейте кровь мою. Написано, что он встал во время вечери, возблагодарил, преломил и сказал, ешьте, это есть тело за вас ломимое. А потом поднял чашу вина и сказал, пейте, это есть кровь Нового Завета за вас проливаемая. Сие творите в мое воспоминание. И он сегодня приглашает нас на вечерю свою к жертвеннику. Мы с вами священники, я напоминаю, если кто забыл. Мы с вами царственное священство. Кто-то по крови, будучи евреем, а кто-то по обетованию Авраама. Аврааму. Мы с вами царственное священство, и Бог приглашает нас сегодня к своему столу, к жертвеннику. Жертвенник – это стол в Божьем доме. И он говорит, ешьте плоть мою, пейте кровь мою, потому что в этом есть причащение к воле Божьей в нашей жизни. И я хочу, чтобы сейчас мы с вами взяли буквально полминутки молитвы. Я хочу помолиться вместе с вами. Потому что Писание говорит, что мы можем принимать трапезу Господню только достойно. Принять трапезу Господню достойно – это значит отречься от всякого греха, убрать всякое неверие Богу из своей жизни, убрать все, что мешало нам, весь гнев, все непрощение, все сплетни, все, сердце лживое, убрать. Но мы без Иисуса не можем ничего. Нужно призвать Его сейчас на это место. Он здесь, но мы должны пригласить Его к себе в сердце, чтобы Он навел там порядок. Он должен сесть туда и взять в руки власть над всем, что происходит у нас внутри. Мы ожесточаем свои сердца каждый день на работе, дома, на улице, в пробках. А сегодня Господь говорит, придите ко мне в мой шаббат, в мой Песах. Ешьте кровь, ешьте плоть мою, пейте кровь мою и войдите в полноту моей воли в вашей жизни. Кто верит, что воля Божья, она для него благоугодная? Остальные, у кого руки болят, подходите после служения, помолимся. Так вот, мы должны прийти и принять эту трапезу достойно. Поэтому я предлагаю вам сейчас помолиться вместе со мной. Просто попросите Господа прийти в свое сердце и убрать всю эту, все эти наносы, которые пришли за эту неделю к нам в жизнь, чтобы мы могли подойти сейчас к этому жертвеннику, к алтарю, на котором стоит кровь этого агнца и тело этого агнца, чтобы мы могли принять ее достойно. Аллилуйя. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что Ты, Господь, избрал праздники свои и завещал нам их, как повеление вечное, Господь. Мы просим Тебя, чтобы сегодня Ты пришел, я прошу Тебя сейчас здесь, чтобы Ты пришел к сердцу каждого из сидящих здесь людей. Господь, просто коснись сердца каждого, Господь. Войди туда, как полноправный царь, сядь на трон, Господь. Очисти все, что там было нанесено дьяволом за эту неделю. С прошлого раза, когда мы были в присутствии Твоем и поклонялись Тебе здесь и признавались Тебе в своей любви, Господь. Если что-то было не так, Господь, прости нас.
Господь, мы совершаем то, чего не хотим, непроизвольно, Господь. Но по воле покорившего нас, Господь, мы знаем, что Ты сильнее того, кто в мире, Господь. Просто приди, удали его из нашей жизни, Господь. Запрети сатане приближаться к нашим домам, к нашим бизнесам, к нашим детям, к нашим родителям, к нашей семье, Господь. Убери все это. Просто убери. Пусть милость Твоя придет. Милость Твоя, Господь, коснется каждого. И пусть эта милость сегодня изольется в наши сердца, чтобы очистить ее от всякой скверны, и мы могли принять Твою трапезу достойно. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Я приглашаю сейчас сюда наших главных пасторов. Это Игорь и Наталья Гроссман к жертвеннику, к алтарю. И, да, и я прошу, Давид, можно тебя к роялю? Я хочу, чтобы сейчас мы с вами, перед тем, как подойдем принимать трапезу Господню, во-первых, пастор Игорь хочет сказать, во-вторых, мы с вами просто вспомним, что такое милость Господня. Мы споем этот гимн на иврите, но я думаю, что смысл его будет понятен каждому в духе. Он простой, этот гимн. Хвалите Господа, благодарите Его, потому что милость Его вовек. Я бы хотел, перед тем, как мы начнем принимать эту трапезу Господню, я бы хотел спросить, если есть здесь кто-то, кто еще не принимал Господа в свое сердце? Если такое есть, просто подними свою руку, если ты еще не принимал Господа, если ты еще не уверен в своем спасении, спасен ты или не спасен, то я приглашаю тебя вместе со мной помолиться этой молитвой. Если такой есть человек здесь? Нету. Окей, хорошо. Я попрошу сейчас службу порядка, да. Может быть, каждый столик по очереди. Просто подходите вот отсюда к алтарю. И Господь просто хочет, чтобы вы приняли эту вечерю Господню. Ki to